Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Я вас приветствую. Дайте, о чем будем, о чем будем говорить? Мы сегодня будем говорить о том, что соответствует актуальной повестке дня. Насколько я понял, дети сейчас, да, конечно, учатся на классической форме обучения, но существует еще и домашняя форма обучения, частично там, да, не весь объем, и родителям придется быть с детьми в очень тесном контакте. В действительности это нифига не смешно, но боженька так сказал, значит, будет так. Вот, дорогие друзья, во-первых, хорошего дня вам, там, что там, суббота, у меня дождь, круто, вот, не знаю, что у вас. Сегодня мы будем делать эфир с Александром Чупровым, потому что, давайте, Александр, пожалуйста, помаши мне. Так, а мне сейчас надо закрепить тему, правильно, как она называется, сейчас я вам скажу, чтобы быть... Так, работа с негативным отношением... К учебе, вот мне правильно сказали. Так, почему у меня не хочет печатать? Так, сейчас, секундочку. Александр, если ты присоединился? Я пока... У меня почему-то не нажимается возможность. Видит Бог, там Вера и Катя, вы здесь, да? Видит Бог, что я пытался. Чужие комментарии закрепите. О, давай, Вер. Пожалуйста, если ты здесь, я тебя увидел. Напиши ты, потому что почему-то мне не дает написать там от окошки там. Выключить комментарий. Так, да. Тема нашей сегодняшней встречи. Я когда увижу Александра, я его сразу добавлю. Работа с негативным отношением к учебе. Работа с негативным отношением к учебе. О! Так, Лида знает. А сейчас хорошо. Если Вер, ты не напишешь, вот мне предложили большими, огромными буквами. Потому что, дорогие мои друзья, вот я занимаюсь психосоматикой. И я, конечно, сейчас что-то скажу, как с точки зрения биологии, с точки зрения формирования мозга, как происходят закладки некоторых нюансов. Сегодня, конечно, не я буду в основном говорить, Александр, но когда мы понимаем, что и как, дальше-то возникают самые простые, тривиальные, нетривиальные задачи. Вот. Наоборот, тривиальные, нетривиальные – это особые. Да. Тривиальные задачи очень стоят перед нами, и ответ на вопрос, ну и как дальше организовать-то это все, потому что это требует работы с негативным отношением к учебе. Да, подтверждаю, что у меня прикреплено работа с негативным отношением к учебе, Вера Чуброва. Да, потому что у меня почему-то он не дает вообще написать. Странная история. По-моему, в прошлый раз тоже было самое. Так, окей. И, Александр, пожалуйста... Александр, пожалуйста, ты здесь? Дай помаши еще раз, потому что я пока разбирался с... Я пока разбирался с комментариями, я не смог. Ну и напоминаю, что завтра у нас будет вебинар. Александр Чупров его будет вести. Александр Чупров – специалист, психолог, который специализируется больше на поведенческом подходе. В психотерапии поведенческий подход – это то, что является такой прикладной темой, темой, которая связана с вот, причиной и следствием. Мы берем это, достигаем это, мы идем конкретной дорогой. То есть это не то, что, вот знаете, у ребенка недостаточно. Александр, ты здесь, да, все, вижу. Добавляем. Угу, как прямые эфиры. Вот, и, ну, там, у ребенка недостаточная мотивация к учебе, и я такой, знаете, достаточно ли внимания и времени вы уделяли
общению с плодом во время фазы программирования. Достаточно ли внимания было сконцентрировано на там, а не на вовне? И тогда мы можем понимать, почему недостаточная концентрация, недостаточная замотивированность на себя. Так, Александр, я пока не вижу. Вот. Вот, оказывается, тут как комментарии делать. Все, теперь я разобрался. Это волшебные свайпы. Вот. Александр, а вот камера почему-то сейчас показывает какой-то сиреневый цвет. Возможно, ты защищаешься от этих, от слежки Гугла. Я тебя приветствую. Привет. Я прям защищаюсь от слежки Гугла. Или у меня не развернута камера? Нет, он вот что-то все равно должен был показывать. Но я вижу вместо себя просто черный экран. Меня хотя бы слышно? Слушай, я тебя вижу, я лицо твое вижу, я вижу тебя. Я не понимаю, почему ты не видишь, но я тебя вижу и... А, главное, чтобы было видно. Слушай, отлично видно, хороший свет, все поставлено. Если будут комментарии, да, я буду тебе их задавать. Вот, представляю Чупрова Александра, специалиста по поведенческой психологии, ну, психолога и человек, который специализируется на организации, хитрой организации взаимодействия с детьми, потому что, ну, детей, вы знаете, обмануть детей очень просто, просто их надо обманывать в вашу пользу, поэтому Александр это умеет делать так, чтобы они такие: обманите еще. И вот я представляю специалиста, который будет помогать вам обманывать детей в том, чтобы они доставали вас с учебой и приходили, говорят: нам еще нужно уроков, почему так мало? И все об этом более подробно будет завтра в марафоне, который Александр будет завтра вести. Да, вот не выдерживает аппаратура. А сейчас что я хочу сказать? Ну, буквально я сейчас еще пару слов о том, какой регламент будет сегодня. Я хочу, Александр, чтобы, ну, в первую очередь это был твой комментарий, потому что, ну, вот все вот эти истории я часто уже рассказывал о том, как вот, например, подготовка к беременности, момент родов определяет паттерн и обучение ребенка, и поведение его на экзаменах, и то, как он будет в дальнейшем открывать там свое ИП, там, да, или организовывать ООО, или как будет преодолевать, это во многом определяется вот этими паттернами, ну, потому что они там запечатлеваются очень сильно и так далее. Это понятно, это психосоматика. Если мама считала, ну, это реальный случай, сначала об этом сказал Жильбер, а потом я это прошел на себе, когда, например, обращаются, а ребенок, он не может, он постоянно ошибается, он в математике ноль, и мы узнаем, что они, короче, забеременели у родителей, это хохма, они забеременели, они считали, чтобы не забеременеть, обсчитались и забеременели тогда, когда должны были не забеременеть, но решили оставить ребенка. Это хохма, это смешно, но ошибка для мозга ведь записывается. Ошибка, которая, они, мать долго переживает эту ошибку, ошибка привела меня в жизнь. И тогда мозг говорит: а давай будем повторять ошибку в математике. Да, и повторение этой ошибки является некоторой частью программы. Когда это осознается и становится смешно, но и дальше возникает вопрос: чего с этим совсем будем делать? Поэтому я предоставляю слово тебе и там пару слов себе, если хочешь. И вот у нас есть некий план, который мы сегодня с тобой планировали как-то осветить. Я буду в основном слушать, но если будут какие-то возникать моменты, буду буквально точечно вставлять, там, спрашивать, направлять, уточнять, дополнять. Все, я замолкаю. Все, друзья, поехали. Так, у меня, во-первых, вопрос, насколько хорошо меня слышно и видно? Поскольку как только я подключаю микрофон, я перестаю слышать. Отменно. Все отлично, значит. В общем, негативное отношение к учебе и школе. Поведенческая психология немножко по-другому относится к появлению этих негативных отношений, ощущений. То есть, как к накопленному опыту. То есть мы вот с какого-то момента
Хотя здесь особых противоречий нет, потому что если мы берем перинатальный период, это тоже опыт, он тоже здесь имел вклад. И в конечном итоге мы имеем некую сумму всего опыта, который у нас есть. Вот он, если он положительный, он положительный, если он отрицательный, он отрицательный. Есть небольшие особенности, то, что последний опыт, он самый весомый. То есть у нас есть два весомых таких момента. Это первый опыт знакомства и последний опыт. Но последний более весомый, именно этот, в общем-то, механизм и позволяет все изменить. Мы даем в самом конце уже, то есть у ребенка в самом конце его опыта, связанного с чем-то, ну, начинается идти все более-менее хорошо, и он успокаивается, что... Да, это был какой-то процесс, и вот теперь у меня все, в общем-то, неплохо. Почитал я вопросы, то есть очень хотел я поотвечать на вопросы. Чат пока замер в ожидании вопросов, поэтому, если хочешь, да. Нет, я их уже все, то есть мне уже их отправили, девчонки, то есть которые уже заранее отправляли нам вопросы. В общем, с вопросами какая беда у нас случилась? То, что нет подробных вопросов, и мне, в общем-то, по факту особо не с чем работать, и в ряде случаев я просто попаду пальцем в небо или пройдусь в общих чертах. А ты можешь привести пример самого типичного общего вопроса, который тебе поступил? Да. Такого самого распространенного. Самый распространенный «нет мотивации, не хочет учиться» в различных формах. В различных формах. «Сопротивляется, не хочет учиться». То есть полное отсутствие мотивации. Кстати, вот как раз весь механизм вот от самой промышленной революции, можно сказать, мы как раз и начнем рассматривать, как это, собственно, закладывалось, потому что проблема сейчас гораздо глубже, чем кажется, поскольку это связано не только с каждым из... Вот ребенок, его родитель, да, вот эта ситуация... Ситуация здесь уже ушла на уровень культуры и отношения к детям вообще. Именно поэтому у нас, мы своих детей по факту на данный момент лишаем мотивации сами. Широко заходишь, прям я прям чувствую, вот прям я выдыхаю и прям на пласт вообще культуры переходим, но интересно. Интересно, что я о мотивации сказал перед этим с точки зрения вот такой психосоматической теории. А вы, кстати, там участницы, вот кто сейчас здесь и может про мотивацию тоже пожаловаться. Ну вот как Александр вопрос сказал, мой ребенок абсолютно не замотивирован. И я такой вначале как бы случайно предложил вариант психосоматической мотивации. Вы, кстати, отметьте, напишите свои комментарии пока что, как у вас... мысль о том, достаточно ли я внимания, достаточно ли я общения уделяла плоду внимания, как, то есть, ну, переживаний в связи с осознанием того, что у меня ребенок. Как я к этому отношусь? Да, нет. Вот. И, Александр, ты пока продолжай. Вот, извини. Да, кстати, Игорь, сразу же продолжу твою мысль, потому что это все... То есть у мамы тоже есть свои модели поведения. И как она относилась к плоду, так она в конечном итоге будет относиться и к ребенку. Как она лишала этой мотивации раньше, так она его и будет лишать мотивации позже, в конечном итоге, потому что детям нужно чувствовать важность, им хочется некой вовлеченности, им хочется смысла в своей деятельности. А в учебе они всего этого не видят, мы сами можем просто обратиться к собственному опыту, и многие это вспомнят. Многие из нас ходили в школу, и в половине того, что там происходило, в лучшем случае не видели никакого смысла для себя. То есть по факту просто повинность, с чего мы хотим, чтобы им это нравилось, если это не нравилось нам когда-то. Так. То есть первый промежуточный вывод, который я такой возникает, вопрос, правильно я тебя понимаю, Александр, что прежде чем понять, почему мой ребенок абсолютно не замотивирован, спросите себя вообще, а что у меня было с мотивацией вообще-то у меня, ну там в период моего школьного времени, вообще как она формировала, как мотивировалась я там, да, или как мотивировался я, если здесь отец, правильно я слышу?
Отчасти да. Отчасти да. Так. Сейчас попытаюсь найти красивый образ. Мотивация. Например, ребенок встает утром в школу. Вот зачем он конкретно вот сегодня идет в эту школу? Зачастую у него нет четкого плана, что мне даст вот сегодняшний урок, что мне дадут сегодняшние победы, что мне дадут вот сегодняшние результаты, ради чего я буду преодолевать эти трудности, ну, как минимум встать утром и пойти против текущего психофизиологического состояния, да, потому что тяжесть протекания процессов тоже влияет на образ деятельности. Вот, и он хочет спать. Вот почему им, как он, на основании чего он сделает выбор? Потому что если бы не гнали родители ребенка в школу, он бы перевернулся на другой бок и лег спать. Так вот, сколько было потрачено времени, допустим, там, мамой, папой, бабушками, дедушками, в общем, окружающими, чтобы донести до ребенка, а зачем тебе именно не переворачиваться на другой бок, а встать? И вот эти причины, их много, кстати. У меня по этому вопросу есть целый выпуск «Зачем мне ходить в школу?», где прям по пунктам мы рассматриваем. То есть это и навык учиться мы приобретаем, который нам понадобится вообще на протяжении всей своей жизни. Что у нас там еще есть? Угу. Да, формирование усидчивости, умение контролировать свои действия. И много-много-много чего. То есть все это нам надо. Будет в будущем. Но для ребенка это пустые слова. Пустые слова. Угу. Хочется спросить, Александр, завтра на вебинаре, который будет, вот эта вот история про мотивацию будет включена? Вот, то есть как ты говоришь, по пунктам, чтобы... Какие подсказки родителей и осознание для чего? То есть это будет? И переформулируй вопрос, я как-то... Смотри, завтра будет вебинар твой, и мне возникает вопрос, завтра на нем будет включена вот это вот, как ты говоришь, содержание выпуска отдельного, где ты словно по пунктам перечисляешь те зацепки, о которых можно говорить с ребенком о его мотивации в учебе. Ну, то есть конкретные напоминалочки родителям. Ну, родитель такой вдруг, а я сам не знаю, а зачем он туда ходит? И тут Александр такая, памятка. Памятка отдельно, нет на нее смысла делать, потому что у меня уже, в общем-то, эта памятка есть, но там будет как раз уже развернуто, а как с этим работать? Потому что по пунктам уже есть. То есть можно взять, ознакомиться прямо сейчас. А вот уже как с этим работать, как это уже организовать в комплексе, завтра как раз-таки будет это. Это гораздо важнее. На это уделить время. Окей. Потому что, ну, я сам отец, я такой думаю, так это надо же сесть, и надо самому этот список составить, это надо уделить этому времени, осознать это путь. И тут раз у тебя такой есть уже списочек, и, ну, я такой прикидываю на себя такой, ну, я бы хотел, и поэтому спросил. Ну, окей. Да, кстати, это... Правильный вопрос был поднят тобой, что, к сожалению, у современных родителей абсолютно нет времени. Нет времени на самостоятельный поиск и на самостоятельную работу. Это, ладно, нам с тобой еще более-менее здесь легко, потому что мы понимаем, что хоть что-то в этих процессах мы понимаем. То есть у родителей здесь, конечно, ситуация совсем плачевная. Так. Рассмотрим, собственно говоря, один из моментов, который мне хотелось бы сейчас рассмотреть, который можно решить без особой какой-то глубинной проработки, это момент тяжести протекаемых процессов. Потому что это очень сильно влияет на то, как ребенок воспринимает вообще всю эту учебу. Если он каждый день борется с желанием спать, если он ему каждый день
приходится там подолгу сидеть, бороться с сильными конфликтами мотивов, то есть вот между учебой и, допустим, поиграть в компьютерные игрушки. Если его то есть если его заставляют делать домашнее задание в неподходящем психофизиологическом состоянии, а завтра мы будем, кстати, касаться данного вопроса, опять-таки, по научной организации учебы, то, разумеется, просто вот эта сама тяжесть, она очень сильно влияет. Я замечал и по своей работе, думаю, многие из вас замечали, как только начинаешь, например, не высыпаться, ходишь на работу, и из-за этого просто сама работа становится почему-то в два раза тяжелее, стресс накапливается. А как часто это бывает, что дети: «А, я еще этот самый немного не посплю». И родители: «А, ладно, еще немного не посплю». Ложатся вместе, встают вместе, но забывают. А у ребенка-то потребности во сне серьезно больше. Часа на два они у него больше, в зависимости от возраста, конечно. Где-то на час, на два, иногда на три часа больше. Ему просто надо спать, чтобы утром себя хорошо чувствовать. Если каждый день он просто приходится ему вот эти вот жесткие мучения преодолевать, просто вставая, то, разумеется, никакой радости у него в учебе не будет. По крайней мере, в этом моменте. А в конечном итоге весь учебный процесс – это и есть много-много-много маленьких моментов. Ладно, допустим, пока нет возможности как-то поправить, чтобы ему было там хорошо совсем. Но, по крайней мере, задача родителей – снизить вот эти аспекты. Да, Александр, я, ну, если ты хочешь договорить, договори. У меня просто такой вопрос возник. Все, можно задавать, да? Да, конечно. Хорошо, достаточно так фундаментально. Ну, вот я так слышу, и правда, я такой думаю, ну, там учеба, мотивация, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А вы вообще посмотрели, в каком состоянии физическом ваш ребенок? А вы вообще посмотрели, насколько его нервные процессы сейчас соответствуют способности к концентрации? А что вы сделали с тем, чтобы убедиться, что сейчас, вот после там какого-нибудь мультика или там кино, где сейчас били дядю до крови там по лицу, там, да, ребенок ваш что-то там смотрел случайно по телевизору, там, он готов садиться там делать домашние задания, там, да, но по телеку можно всякое увидеть, и дети такие сразу бегают с круглыми глазами. Я так пример привел из своей жизни, вот, и поэтому... Это же гениально. Это, к слову сказать, мамам, всем, кто мамам сейчас смотрят, вы не забывайте, да, у нас просто в психосоматической парадигме принято такие: вот, мамино состояние, оно все определяет, надо понять, там, помните, что есть еще внешние объективные факторы, там, у ребенка может болеть зуб, он может быть не выспавшийся, он может стрессануть из-за того, что там нарушился его какой-то привычный график, ребенок у ребенка может быть физическая реакция от перемены расписания дня, от каких-то событий. Вот, к слову сказать, не гребите все на себя и будьте внимательными к тому, что могло происходить. Ну, классно, я просто вот дополнил, и как бы мне это показалось очень ценным. Вот, мне импонирует широта захода, так классно. Вот, про то. Да, но, к примеру, трудоспособность младшеклассника составляет всего 20 минут. А я многократно наблюдал и в своей жизни, и уже много детей выросло на моих глазах у моих друзей и знакомых. То есть, а родителям все равно. Они приходят с работы, ему надо, чтобы ребенок сделал быстренько все за 2 часика, и чтобы можно было еще какое-то время расслабиться. А трудоспособности-то у ребенка нету. И вот как раз тут начинается такая схема, что как только мы за эти 20 минут зашли, дальше идет резкое накопление стресса, прям резкое накопление стресса, отторжение, ребенок начинает, ну, просто переутомление, банальное переутомление, и у ребенка голова отключается, он хочет сбежать из ситуации, но в этой ситуации его насильно удерживают. Говорят: вот ты вот давай закончишь домашку и дальше играй, гуляй, а толку, голова у него уже не работает.
И вот это как раз и начинают капельки негатива капать в восприятие учебного процесса. Разумеется, у нас есть другой, в общем-то, негативный опыт, вот я себе шпаргалочку написал. Психологическое давление, насилие, потому что, опять-таки, один есть момент, который, вот так вот выразиться. В общем, многие родители относятся к детям как к кукле, как к инструменту или как минимум как к человеку, неравному себе. А общаются директивно сверху вниз и с детства. Ну, о чем с ним говорить? Он же маленький, он же ничего не понимает. И привыкают, просто привыкают на автомате проламывать свое решение, несмотря ни на что. И это опять-таки... Ну, здесь хороший есть пример о том, как я учил маленьких детей считать. Расскажу, чтобы было понятно, как можно было бы организовать и какие трюки, в общем, здесь использовались. Да, и пока просто ты будешь рассказывать, и сразу предупреждаю, здесь уже какие-то комментарии, вопросы копятся, я после этого рассказа, там буквально пару минуток уделим, я их тебе проговорю, а ты там быстренько экспресс-варианте прокомментируешь. Все? Угу. Окей, давай. Как-то раз я поехал, в общем, мне пришлось заниматься с двумя детьми, и я поспорил с их мамой, что научу их считать буквально за неделю. Им было 3 и 4 года, или 4 и 5, я уж не помню, в общем, до школы им было еще толы. Как я сделал? То есть я сказал, хотите играть с дядей Сашей? Да, мы хотим. Будем играть в учебу? Да, будем играть в учебу. Никакой парты, никакой лишней нагрузки. Да? Опять-таки, этот аспект надо понимать, что когда ребенок только начинает чем-то заниматься, любой лишний момент, который ему надо контролировать, дает лишнюю нагрузку на его голову, и ему просто тяжело. Поэтому мы просто на полу вырезали эти цифры. Я смотрел, как только они подустали, все, идем отдыхать, все это в игровой форме, и финт ушами, который был совершен, что если, друзья, вы плохо себя ведете, то мы не будем учиться. И таким образом, понимаете, что произошло? То есть образ учебы был наградой. То есть я просто... Понятно, это очень маленький возраст, когда вот на такую уловку можно обмануть ребенка. А то есть я сказал, что вот это награда за ваше хорошее поведение, за то, что вот такие молодцы. Это награда, но которой можно лишиться. В конечном итоге они со слезами на глазах бегали за мной и кричали: «Дядя Саша, мы хотим учиться». Да? То есть никого не пришлось заставлять, понимаете? Я просто... А вы наказаны сегодня, я не буду с вами вас учить. И все. То есть прогресс шел очень великолепно. То есть они быстро осваивали, через каждые 15 минут бегали к маме, хвастались: «Мама, мы теперь знаем циферку 1». Мама их гладила по головке: «Молодцы». То есть психологически значимые взрослые их тут же делали положительное подкрепление данной деятельности. То есть это все было связано с морем позитивных эмоций. И вот, в общем-то, это все не так сложно делается. Но с чего мы начали? С директивного проламывания. Если бы я их взял, посадил за парту, сказал: «Идите вот так, ручки вот так», стал бы напротив них. Сейчас будет передача традиции. Да. Да, ну, в общем, дальше рассказывать не надо, все и прекрасно понимают, как это обычно происходит. А потом дети бегают: «Дядя Саш, мы хотим учиться». Дядя Саша говорит: «Ну, это не дешевое удовольствие вообще-то детям учиться». И они готовы приносить за это. Просто дядя Саш подсказывает, где искать у родителей. И... Вот. А настолько дети хотят учиться. Ладно, это, конечно, одна из тех уловок, которая, ну, прям научившись грамотно ее использовать, можно там себе
жизнь облегчить лихо. Вот, я, насколько понимаю, вот работа с такими уловками – это то, что по большому счету будет, ну там, что является по большому счету самым ценным для твоего взаимодействия со своими клиентами, которые приходят к тебе с запросами, там, да, ну, по скажем так, по поведению, по обучению, по каким-то сложностям в воспитании детей. Именно вот эти штуки являются такими самыми запрашиваемыми, наверное. Я бы вот так сказал. Правильно я понимаю? Что это же как бы волшебство такое. Вот, он что-то сделал, такое, это повернулось. Вот. Так ли, правильно ли я понимаю, что все хотят вот таких уловок и все, чтобы они работали? Да, к сожалению... Да, все хотят уловок, все хотят волшебную таблетку, но уловки долго не работают. Под уловки надо тут же подкладывать фундамент. Тут же подкладывать фундамент, формировать интерес. То есть формировать целостную картину мира. Почему еще, опять-таки, дети, например, ну, не любят учиться, им просто не на что опереться. У нас, например, есть опыт. Я когда-то не любил математику, но как только я попал на факультет психологии, я очень быстро понял, что мат-методы в психологии – это очень важное направление, что психолог, не знающий цифр, не умеющий это все видеть и считать, постоянно будет жертвой когнитивных ошибок восприятия. И тут же я полюбил математику. Понимаете? Тут же. Вот когда есть на что опереться. Но если бы мне это все нормально просто с детства рассказывали, а не было бы как в анекдоте, когда мужик согнул палку в виде интеграла и достал шапку, упавшую в лужу, и так ему пригодилась высшая математика, то всю учебу надо наполнять смыслами, 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 смыслами. Каждое действие. Зачем ему сидеть? Почему бы ему не стоять, не бегать, не прыгать? Зачем? Ответьте ребенку на данный вопрос. Ответы существуют. Их... Ну, вот комментарий в тему как раз-таки, да, что в зрелом возрасте понимаю, что мое отсутствие мотивации мое в детстве было связано с тем, что нет связи знаний с окружающей средой. Так, что-то подозрительно Игорь ухмыляется. Это я по поводу того, что дети бегали за Александром. Я предложил, что это может быть выгодно. Вот, это поэтому ухмылялся я, не думайте. Вот, что мы должны быть над игрой, сохраним эфир. 20 минут работоспособность, а потом сколько перерыв должен быть? Ну, такой простой очень вопрос. 10-5 минут. Потом еще можно поработать, и потом перерыв побольше. Там минут на 20, на 30. Сразу оговорюсь. Очень многое зависит от навыков. Если мы берем психологический возраст детей, если мы берем тот уровень навыков, который у них приходит, и смотрим, допустим, просто заглядываем в первый класс, да, и смотрим, то дети выглядят-то все одинаково, они выглядят первоклассниками, но суть-то у них очень разная. Кто-то вот вырос, там, застрял на уровне там, пятилетки, а кто-то уже продвинулся там, лет до 12. Это разные дети с разными навыками. Поэтому тут все неоднозначно. Школа уничтожает личность. Что можешь сказать? Ну, это комментарий тут. К сожалению, данный автор плохо понимает, данного комментария плохо понимает определение слова личность. Я посоветую просто пойти прочитать и не отвлекаться на этот вопрос. Да, потому что, ну, такая она, давайте так, она формирует определенную личность, которая, может, не нравится кому-то, например, родителям или окружающим, но личность есть личность. Во, гениально. Хорошо. Завтра тот вебинар, который будет, давай так, вот по-простому, если завтра вот пришел человек на вебинар, там, да, и ну, он там небольшой относительно вебинарчик, и там вот по итогу вот пришел там с вопросом, например, вот с этим типовым вопросом. Слушайте, Александр, у меня этого ребенка нет мотивации. Выйдет он с вебинара каким? Вот он вот с этого вебинара выйдет с чем вот в этом вопросе? Вот он, как бы, сейчас, я сейчас попробую сформулировать.
И вот этот родитель, который вышел с вебинара и говорит, я знаю, что нужно делать. Или там, я знаю, вот как теперь здесь у меня, я понимаю, что надо посмотреть. Вот можешь, пожалуйста, вот здесь в этом ключе попробовать описать, что за метаморфоза должна произойти с человеком со входа на выход завтра, вот, который посвящен. Это я могу спрашивать, потому что ты там вложил в контент, это неинтересно. А вот если то, что ту метаморфозу, которую ты запланировал произвести с человеком, с родителем, а вот тот идеальный результат, который ты видишь, представляешь, на который ориентировался, ставил на пьедестал, воображение. Сразу оговорюсь, это будут очень спорные чувства. Потому что с одной стороны будет вот так вот, что ж мы натворили, и насколько все нерадужно. Я сразу оговорюсь. Мы будем раскрывать вопросы, и будет понятно, что нерадужно. Но в то же время к концу вебинара будет четкое, просто человек будет понимать, вот теперь я понимаю, что делать. Да, это будет делать, возможно, где-то тяжело, но также будут предложены, то есть я прекрасно понимаю, что у людей нету просто у родителей времени самим разбираться, поэтому, конечно, будут готовые решения, простые, ну, как относительно простые, которые можно будет запускать и уже их как скелет использовать. Поэтому здесь, да, понимаю, будет осознание это, как такое чувство, что вот они все пазлы, почему так, они сложились. Картинка частично не понравится, сразу оговорюсь. Я сразу тут прокомментирую. Я думаю, все помнят вот эту вот классическую, избитую в кино фразу «Здравствуйте, меня зовут там, например, Петр, я алкоголик». Вот. И программа «12 шагов» вот эта вот для зависимых, она всегда начинается, ну, классическая программа там, да, и большинство программ, они начинаются всегда с первого факта, первый шаг «Признай, да, что ты алкоголик». Потому что твое исцеление может начаться только с того, когда ты честно себе скажешь. И это я про то говорю, что про спорные чувства в ходе завтрашнего вебинара, про то, что некоторые вещи придется признать, к сожалению, для того, чтобы начать путь исцеления от них. Поэтому спорные чувства – это естественно и нормально. Ну, если мы говорим о терапии. Вот. И у меня еще вот такой возник вопрос. Скажи, пожалуйста, а главная цель, которую ты ставишь, например, в ходе вот, там, вебинара, там, в ходе вообще своей работы, она главная цель в чем заключается для родителя? А как бы ты ее охарактеризовал? Это я, наверное, в сторону уйду, потому что мне вдруг стало интересно. А это должен быть родитель, который тратит меньше времени, но становится более эффективен и получает больше эффективный продукт? Или родитель, который как-то более качественно, с ощущением содержательным организует общение с ребенком, там, например. Потому что, ну, если сейчас начать говорить, мы сделаем так, что ваш ребенок будет учиться лучше, а вы будете тратить на это времени меньше, ну, это вообще продажная история. Но она слишком звучит как-то так, ну, она странно звучит, но вот у меня в связи с этим вопрос, а какой вот цели максима ты добиваешься в работе, ну, там, в вебинаре, там, или в личной работе с людьми, вот там какая формула должна быть, учеба, ребенок, родитель, какая вот между ними формула должна быть? Я вот буквально недавно общался с двумя родителями, которые мне в аренду дадут двух детей, чтобы на основе их я, собственно говоря, показывал, как обучать. И, в общем, главная мысль, которую мы тоже обсуждали, что учить детей невероятно интересно. Mm-hmm. Просто, как сказать, нам не интересны процессы, в которых мы не разбираемся, в которых мы не понимаем. Но так же, как вот в любимых для детей играх, например, есть дерево развития навыков главного героя. Да? У ребенка тоже есть дерево развития этих навыков. Там тоже есть определенная последовательность, там тоже есть определенные принципы. Всю учебу можно организовать как квесты, как прокачки и так далее. То есть саму динамику можно обернуть в такой фантик, что она будет интересна
очень интересно детям и не меньше интересно будет родителям, потому что участвовать в процессе, который ты понимаешь, в котором ты видишь динамику от собственных действий, это, кстати, еще один момент. Дети не видят никаких изменений для себя, психологически важных изменений от того, что они ходят в школу. А здесь они будут наблюдать. А так можно создать условия, при которых они будут видеть эту динамику. Вот как раз-таки о создании условий, побуждающих к обучению в самом конце, как именно к решению всех задач мы будем говорить. Педагогических задач имеется в виду. Окей. Я услышал тебя так, что я даже записал себе «Учить детей невероятно интересно». То есть казалось бы, хочется измерить количественно, а ты, Александр, предлагаешь, а я продаю качество этого процесса. Ну да, ну то есть, ребят, я просто подскажу вам, как сделать так, чтобы вам самим это нравилось. Вот так я тебя услышал. Да. Я про родителей, потому что они, конечно же, сами к вопросу о том, что так, ребят, вот если просто всем сказать, залог успеха просто на час больше времени уделять. Все такие, о, Господи, на час больше времени там, да. А вот если говорить, мы знаем, что вам будет невероятно интересно. И вот это другое. Да. Да, окей, я слышу, мне это важно. Потому что, собственно говоря, ситуация-то какая? Но положа руку на сердце, у родителей самый обыкновенный конфликт мотивов, который ничем не отличается от конфликта мотивов, который есть у ребенка. Ребенок хочет развлекаться, а не учиться. И родители хотят позаниматься чем-то своим. И вот здесь конфликт мотивов, если это не будет интересно, то конфликт мотивов не будет выигран. Поэтому у нас нет другого выхода, как сделать так, чтобы родителям это тоже нравилось. А это в действительности там столько процессов, там столько рычагов влияния, там мало того, ведь это дети, это наш проект, в который мы по-настоящему вовлечены в этой жизни. То есть это тот, кто вот настолько сакрально дорогого, у нас больше ничего нету, кроме детей. И это просто какая-то трагедия, понимаете, общечеловеческая, которая сейчас случилась, что родителям неинтересно, то есть еще не разобрались. Как сказать, методики-то разработаны. Не знаю, в общем, насколько все известно, но педагогика отстает, то есть реально то, что сейчас существует, отстает от научных достижений лет на 80 на 100. То есть педагогика ушла очень далеко, но, к сожалению, это не компьютерные технологии, на этом не зарабатывают, у всех есть свои мотивы, и поэтому данные технологии не внедряются. Я могу рассказать массу примеров, когда сложнейшие задачи, которые учителя со стажем не знали, как решать, решались вот так вот просто. Когда это вот так вот оно происходит, оно реально интересно. Дорогие друзья, у нас еще есть некоторое время, там 15 минут. Я прошу вас, а вы позадавайте-ка свои вопросы, которые у вас возникают в процессе нашего сегодняшнего диалога. И, потому что мы вам рассказывать-то можем много чего, и там беседовать с Александром, и мне интересно. Я вот свои вопросы задаю, если вы заметили. Но это то, что мне по-настоящему интересно, понять, прощупать то, как Александр это делает. Вот, потому что, ну, это мой интерес специалиста. Но вы тоже задавайте-ка свои вопросы такие, чтобы вот я их задал Александру, и вы получили хоть какой-то экспресс-ответ. По-моему, пока что все настолько складно и так немножко оглушает, что да, мне нравятся твои рокировки, которые ты делаешь о том, что в общем-то, обучение – это когда оба страдают от борьбы мотивов, и ребенок, и родитель. Это такая борьба, кто первый высвободит мое время. Либо родитель мне сделает интересно, либо родитель такой говорит, либо он начнет все-таки учиться, и я это время проведу в Инстаграме. Посмотрю, вон эфирчик какой-нибудь. Вот, мне это очень импонирует, нравится. Это такая тонкий заход к тому, что с этим делать.
Александр, я тут, пока люди будут сейчас задавать вопросы, пожалуйста, выбери один из пунктов, которые мы там планировали сегодня с тобой затрагивать, может быть, еще не затрагивали, может быть, какой-то пример, может быть, ну, пример ты рассказал, там вот такой интересный, но что-то, что бы ты хотел еще досказать, пока люди задают вопросы. О, как убрать компьютерные игры? Мы накосячили с этим. Отлично. Сейчас проговори, что важное, а потом просто, если... Или хочешь сразу отвечать? Давайте сразу лучше. Я, честно говоря, даже приготовил уже ответы, но ладно. По компьютерным играм как раз-таки будет очень подробно завтра. Потому что... Но отличный момент в данном плане, что... Надо понимать, потому что нас смотрят не только родители, но еще и будущие родители или родители совсем маленьких детей. Как это происходило? Или игроманы. Или игроманы. Так, да, как, собственно говоря, это происходило. Вот был маленький ребенок, а маме хочется отдохнуть. Она ему включает Машу и Медведя на планшете. Иди смотри. Очень удобно. Он какой-то, на какое-то время занят, он не отвлекает. И вот как раз в теме «удобный ребенок» или «успешный ребенок» как раз-таки это и обсуждалась проблема. Когда мы даем детям, вот сидишь в своей комнате, играешься в компьютер, ну и слава богу. Но примерно до 7 лет, прежде чем он идет в школу, для него формируется, в общем-то, нормальная такая модель поведения, такая даже схема внутренняя. То есть я чем-то занимаюсь, пока мне это интересно. А потом, когда становится неинтересно, занимаюсь чем-то другим. А потом, если маме с папой что-то надо, они меня проконтролируют. И ребенок учится регулировать свое поведение на голом интересе. А понятно, на нем далеко не увидишь. Приходишь в школу, и оказывается, что далеко не все интересно. А он к этой схеме уже привык. И не просто привык там за неделю последнюю, он несколько последних лет жил на этой схеме. И в действительности с этим возникают огромные проблемы. Мало того, у нас возраст, самый ранний возраст, это возраст обучения, об этом будет подробно опять-таки на вебинаре, когда ребенок учится социализации. Он все, что он делает, его подсознание рассматривает как как важную деятельность, как свою роль в этой жизни. И если он с детства играет и смотрит, то в конечном итоге это вшивается так в голову, что от этого просто потом никуда не денешься. То есть подсознание будет считать, что это всегда чем-то важным, потому что меня к этому приучили с детства. И плюс формируется весь комплекс обеспечения именно под эту деятельность. И любой другой с этой деятельностью потом конкурировать практически невозможно. Ну, сами знаете, со слезами, с истериками и так далее. С очень сильным сопротивлением. Потому что вы пытаетесь роль отобрать. Для человека его социальная роль, социальный статус очень важны, потому что это разделение труда, это свой хлеб. И вот вы его роль в семье, того, кто сидит дома и играет на компьютере, пытаетесь отобрать. Он может этого не осознавать, но подсознание это считает, как меня пытаются сместить с моего места. Да уничтожить и, фактически. Да. Это ну, все, что с чем я идентифицировался, если у меня это забирают, я не отдам это никогда, пока не дадут замену. Да. Гениально. Гениально. Это моя идентификация. Мне очень нравится, как глубоко ты в это смотришь. Это гениально, это классно, это очень даже... Ну, я, да, меня трогает очень много все, что ты сегодня говоришь. Я, правда, немножко от этого охреневаю, насколько ты так заходишь фундаментально. Прям, Сань, вот Александр, я до этого говорил, а сейчас скажу, Сань, респект. Окей. Извини, что перебил. Если есть что-то добавить, добавь. Если... Нет, я жду вопросов, потому что ты сказал. Вопросов? Да, здесь буквально пару вопросов. Ну, тут какой-то вопрос такой. Правильно ли я понимаю, что ситуация, при которой ребенок самостоятельно делает уроки, проявляет интерес к учебе, не существует? Родитель обязательно должен принимать в обучении ребенка участие.
Правильно ли я понимаю? Да, абсолютно правильно, потому что до 14 лет еще продолжает формироваться кора лобных долей. Она отвечает у нас. В основном нагрузка за самоконтроль ложится на нее. То есть до этого возраста ребенку надо помогать. Сразу еще, опять-таки, я говорю, пока некоторые психические функции не сформированы, родитель для него, для ребенка является донором, в прямом смысле этого слова, донором внимания, донором там, усидчивости, донором всего, пока это не сформировано. Поэтому, да, если не заниматься воспитанием, его не будет. И здесь, кстати, я буквально вчера тоже обсуждал эту тему. Очень-очень яркий пример существует в педагогике, когда ребенок 6 лет пришел поступать в школу не в свой район, и когда его директор школы спросил, а что ты здесь делаешь, и где твои мама с папой? Он говорит, а мне мама с папой не нужны, я вот документы принес, как бы, ну я сам с этой задачей справлюсь. Он говорит, почему ты пришел в наш район? Он говорит, а в вашем районе школа лучше, чем в моем. В общем-то, для шестилетки невероятный уровень самостоятельности, ага. Да, самоорганизации. Ну, это вот меня прям поразил. Это, кстати, рассказывал профессор психологии Подлиняев Леонидович, наш преподаватель. Так вот, откуда, собственно говоря, все это взялось? Он очень поздний ребенок в семье научных сотрудников. И он с детьми никогда не общался вообще. Он общался только с другими научными сотрудниками и их очень высоковозрастными, такими уже за 20 детьми. Вот и весь секрет. Ему был готов... Бедный ребенок. Бедный ребенок, он уже знает, что не дотягивает, ему нужно уже менять школу, то есть поэтому это, конечно, та еще жизненная траектория, но пример классный, да. Шоколадка, купить шоколадку за отличную оценку, это хорошая мотивация? Нет, это, как сказать, если мы берем бихевиоризм, то да. Если ребенок просто делает домашнее задание, вот мама пришла его, обняла, принесла ему кружечку чая с шоколадкой, и вот это будет связано с учебой, это гораздо лучше, чем молодец, сынок, возьми с полки пряник. Потому что, ну, извините меня, дети, они тоже все понимают, и они далеко не глупы. Поэтому им нужны чувства, и лучше эту пятерку наполнить смыслами, чтобы сама пятерка, чтобы его старания стали для него мотивом, потому что он молодец, он сделал подвиг. И если ему раскрыть этот подвиг, если раскрыть его старания, наполнить их смыслами какими-то, то есть что это еще один шажок на его лесенке, то, что он вообще у мамы молодец, вот эти смыслы, вот эти эмоции дадут ему гораздо больше, чем шоколадка. Резюмирую. Результата, некоторого результата шоколадки добьетесь, но это не создаст его внутренней мотивации. Да. Внутренней, глубокой, та, которая про самоорганизацию. Да, классно, классно. Бихевиоризм – это поведенческая психология и есть. Ты сказал про слово, я расшифровываю, вдруг кто-то не знает. Благодарю за эту гениальную подсказку, говорят тебе, Александр. Вот. Ну, тут сердечков много всяких, благодарностей. Вот. Ты крут и так далее, и так далее. Вот про то, что... Я, друзья, приглашаю вас, пользуясь маленькой вот этой заминкой, я приглашаю вас завтра с Александром посетить вебинар. Вебинар в действительности небольшой, такой относительно, там около 4 часа по времени заявлено, и это время, когда вы получите не какую-то вводу там размышления, а, насколько я понимаю, это будет конкретика, которая вот, ну, А, Б, и это поведенческая психология, то есть Александр специалист в этой отрасли, психологии в том смысле, что это направление, которое говорит, вот нам, у нас есть поведение А, нам надо сделать поведение Б, это, короче, вот такая вот практическая применительная штука, поэтому я рекомендую вам. Вот, сталкиваться с разными чувствами там придется, но, в общем-то, с этого и начинается изменение внутри семьи. Ну и плюс, если Александр добьется того, чего хочет,
ну, что вы такие выходите с вебинара, приходите домой, ну, или там вы дома сидели, муж с работы приходит, и вы говорите: знаешь, дорогой, учить ребенка невероятно интересно, я сейчас тебя научу. И он побежал такой, ему аж страшно, и вы за ним, и говорите: учить невероятно интересно, я научу. То есть Александр это добьется, мне кажется, это гениально. Вот. Вопрос. Спасибо за ответ про шоколадку. Тра-ля-ля-ля-ля. Подсказка. Пока вопросов нету. Вот. У нас остается еще буквально 5 минут, Александр. Если что-то, чтобы ты Да, я хотел хотел бы к этому часу начала этой организационной информации. Ага. срезюмировать ответы на вопросы, которые мне заранее пришли, Да, отлично. потому что по ним все равно надо пробежаться. Во-первых, все вопросы по дети играют в компьютер, не хотят учиться, у них есть сопротивление и так далее. То есть вот недостаточно мотивации. Вот это все завтра будет раскрыто просто шикарно на вебинаре. Сейчас, поскольку мы говорили, что все-таки раскроем, как работать с неприятными ощущениями. Вот, например, был такой вопрос. Ребенок боится выделяться среди одноклассников своими успехами в учебе. То есть, что бы сразу хотелось посоветовать? Потому что вопросы пришли очень короткие и без проработки, без обратной связи. То есть, под этим может скрываться много чего. Поэтому сразу оговорюсь, просто было два таких вопроса именно по отношениям с другими детьми и отношениям в классе. Сразу разбираем конкретику. Конкретику, то есть, как говорится в старой шутке, если вам кажется, что вокруг вас одни идиоты, приглядитесь получше, может быть, вам не кажется. Это в действительности может быть, особенно когда вот у нас был здесь вопрос про очень талантливого ребенка, и ему вот именно по этому возрасту может быть в действительности очень некомфортно среди детей, которые, ну, мягко говоря, до его уровня сильно не дотягивают. Я думаю. То есть это по факту он чувствует себя как запертым в неприятной ситуации в таком, в том обществе, с которым бы он не стал общаться. Следующий момент, который я заметил, все вопросы короткие, и сразу видно, что родители не общались с детьми. То есть, а почему у тебя это так? То есть надо очень много и часто говорить с детьми. Дети вообще это очень сильно любят, потому что у каждого ребенка это, то есть, ну, у многих детей это вот такой болезненный шрам, прямо на то, что их не воспринимают, их чувства не воспринимают и так далее. У родителей свои интересы, свои заморочки, и у них свои мотивы, и они продавливают просто свои решения. В определенный момент дети просто перестают доверять своим родителям. Поэтому здесь надо очень много общаться. Многие вопросы, которые кажутся, что можно решить только с психологом, можно решить самостоятельно, просто начав общаться. И здесь хороший пример был из научной организации труда. Это эксперимент. Игорь, помнишь, как начался? То есть с какого эксперимента началась научная организация труда? Там эксперимент с швеями был. В общем, в двух словах. Да, что-то такое смутно помню, точно-точно, да-да-да, говори. Словах, какой был момент? Решили узнать, как уровень освещения влияет на продуктивность швей. Повысили продуктивность, они стали лучше работать. Они отлично, повысили еще освещенность, еще лучше, повысили еще освещенность, еще лучше. Потом настолько ярко, что почти не видно ничего. Все, производительность упала. Такие думаем. Они подумали, ага, а если понижать, понизили, и производительность не стала падать, понизили, и она все равно не падает. Пока не дошли до уровня света Луны, производительность труда не падала. В конечном итоге экспериментаторы поняли, что надо подойти к ним и все-таки с ними поговорить как с людьми, а не как с непонятно с кем. И сказали, девчонки, а что происходит? Они говорят, ну, вы первые, кто интересуется, как нам живется, что с нами происходит. И как мы работаем? Нам просто приятно выкладывать. С нами просто начали говорить, Надо а просто притча начать. свет ни при чем. И вот точно такая же проблема у всех детей. С ними не говорят на равных.
Их не хотят слушать, вникать в то, какой ценой им дается это. Послушайте, примите в этом участие, сопереживайте, радуйтесь, а не отмахивайтесь в стиле: о, двойка, а-та-та-та, пятерка, молодец, возьми с полки пряник. Вот этого дети не любят. Спасибо за шикарный пример, Александр. Вот, я сейчас буквально пару вопросов тебе задам еще из чата, и, наверное, мы уже будем завершаться. У нас, наверное, сейчас остановят. Значит, интересный вопрос такой, Александр. Как не бояться совдеповского учителя в начальной школе? Вот. Да, это прикольно, правда. Во-первых, ну как сказать, как не бояться неизвестного? Неизвестное, оно всегда нас пугает. А как только мы познакомимся с совдеповским учителем и рассмотрим его, что он из себя представляет, это сразу, то есть, а известность нас не пугает. Мы знаем, что это, как с этим взаимодействовать, на что этот совдеповский учитель способен, на что не способен, как себя вести в его присутствии, и все, и страх исчезает. Просто надо неизвестность превратить в известность, пообщаться. И, во-вторых, здесь, опять-таки, очень важно отношение, потому что это далеко не самый неприятный человек, с которым ребенку придется сталкиваться. Да, если в сравнении его опыта это самый неприятный, с которым он столкнулся на текущий момент своей жизни, то да, здесь надо будет, конечно, поработать, а так можно, в общем-то, и сравнить его с кем-нибудь, что а по сравнению у тебя неплохой вариант. То есть, опять-таки, надо общаться. Общаться и обсуждать. И вот чем больше, вот просто потратьте на обсуждение этого совдеповского учителя 1,5 часа. Ну, это я, конечно, шучу, но много. Много раз по 20 минут, допустим, если мы берем трудоспособность ребенка. Там, сям, пообсуждайте. И чем больше вы обсуждаете, даже без знаний каких-то о психологии, то есть тем меньше он будет бояться этого учителя. Если, конечно, про ребенка, а если не сам задающий вопрос боится. Окей, ну тут еще есть вопрос, он такой больше про игроманию, но ребенок планирует играть там в компьютер там 5 лет до 18 лет, и так далее, папа говорит зарабатывать на жизнь сам. Короче, ну я здесь просто, ну женщина несколько раз повторяет уже этот вопрос, на мой вопрос ответьте. Давайте так, Александр сказал, что завтра по этой теме будет очень подробно в вебинаре, поэтому, наверное, все-таки туда, потому что сейчас мы не успеем, здесь требуется некая такая... Ну, ответом, не ответ на вопрос, а понимание, что с этим происходит, что происходит. Наверное, Александр завтра это более подробно скажет, поэтому я сразу отправляю уже на завтра, но мы, видимо, не успеем. Ну, вот, спасибо за полезную информацию от Александра. Крутая история, спасибо. Ребята, вы красавчики. И так далее, так далее, так далее. Спасибо вам большое, Александр. Спасибо тебе за то, что ты сегодня спасибо, был с нами. Да, у тебя изображение так и не появилось, да? Ну ладно, и бог с ним. Короче, напоминаю, что завтра в 11 МСК Александр будет вести живой вебинар, на котором вот все то, что говорил, чтобы сместить ползунок от удобного ребенка к успешному ребенку, вот завтра это вы сможете сделать с Александром на вебинаре. Я прошу вас не игнорировать, воспользоваться. Ну, в общем, записи это будет. И еще раз большое спасибо. И кто-то до завтра. Ну, мы с тобой, Александр, на связи. И вам всем всего доброго. Все вопросы в директ, в личку, там, мне или там в PPI-блог. Неважно. Всего вам доброго. Да, до свидания.